Чё? Чё за прикол? Он ее реально забанил? Эй, друзья, всем привет, с вами я, Тумка, и это экстренное включение. Я нахожусь на Бэдварсе, и я даже не успел толком к этому ролику подготовиться, потому что сегодня происходит тотальная жесть. Я хотел сегодня затроллить свою сестру на Бэдварсе и не спрашивайте, почему я разговариваю так тихо. Я не хочу, чтобы она меня услышала, так как вы знаете, она находится в соседней комнате. И в чем заключается суть сегодняшнего ролика? Я подключился в игру к ней, она находится, как видите, в табе почти в самом низу, и я не просто так попал к ней в одну игру. Я хочу ее затроллить тем, что я хочу выдать ей креатив, и впервые, чтобы она поиграла с креативом. Как вы знаете, моя сестра еще никогда не играла с креативом, потому что, ну, ей просто не удавалось этого сделать. Я еще с ней такие троллинги не снимал. Но, как вы знаете, на месте стоять мы тоже не хотим. Поэтому сегодня я выдам ей креатив и посмотрю на ее реакцию, как она будет с ним играть и что она, главное, будет с ним делать на Бэдварсе. Мы играем, конечно, не на самой для меня приятной карте, и вот она, как раз-таки, моя соседка. Я хотел вообще попасть с ней в одну команду, но у меня не получилось, потому что ее команда уже была заполнена. Там какой-то другой челик зашел. Это не знаю, кто там зашел, короче, но кто-то туда явно зашел. А вы, друзья, обязательно поставьте лайк этому ролику и напишите в комментариях, любите ли вы ролики с моей сестрой. Быстрее в комментарии и не забудьте подписаться, если вы вдруг еще не подписаны. Так, прямо сейчас я беру и крафчу себе, ой, точнее покупаю железный меч и также огненный шар. Давайте, наверное, уже выдадим ей креатив и посмотрим, что она с ним будет делать. Кстати говоря, в табе зацените, там какой-то администратор в табе есть, смотрите, у него ник полупрозрачный, возможно. А, я думал, то, что только я его вижу, но нет, он просто, наверное, умер. Офигеть, админ, который еще может умирать, то есть получается админ, который решил легитно, то есть честным образом поиграть в Бэдварс без своей админки. Вау, интересно. Так как я, в принципе, тоже администратор на этом сервере, но я не палюсь, потому что у меня нету такого префикса, то мне будет довольно интересно с ним поиграть и посмотреть, что он, так сказать, может. Сестричка моя, смотрите, там профессионал, блин, кроватку свою застраивает из досок, блин. Просто горжусь собой, потому что она реально идет по моим стопам. Так, ну что же, давайте, пожалуй, начинать наш троллинг. Прямо сейчас выдаем. А, быстрее, быстрее, быстрее! На нее нападают. Выдаем гейм-мод 1. Ай, Вероника, все, выдали ей креатив. И посмотрим теперь, что будет происходить. Смотрите, ее бьют, но ее не могут убить. О, боже мой. Причем самое интересное, что я честно не уверен, она вообще знает, что такое креатив? Она кого-то убила. Она кого-то убила, при этом она неуязвима. И, наверное, сейчас ее будут обвинять просто в читерстве, потому что, опа, она ей кровать сломали, что ли? Ей только что сломали кровать. Как же вовремя я выдал ей креатив, иначе бы просто мы ее потеряли. Так, я не знаю, что, я хочу убежать отсюда. А то мало ли она сейчас реально возьмет, просто фигарь не будет. Говорит, админ, без блок барьеров проигрываешь нам. Блок барьеров, админ. Чё? Какой там админ с блоком барьера застроил кровать свою? Не понял. Не понял. Пранки снимают они так. Стоп, стоп, стоп. Пранк вышел из-под контроля. Я вообще ничего не снимаю. Я снимаю, но немножко не такой пранк. Это уже немножко другой пранк. Я не понимаю, что тут происходит. Но ладно, давайте посмотрим, что там за админ такой интересный. И чё он там про барьеры делает? Я смотрел все сезоны аферисты в сетях. Меня не провести. Что? Что происходит вообще? Я вообще не понимаю. В гэмке меня убил. Кто в гэмке? А, сестра моя в гэмке. Она летает, смотрите. Она летает. Она летает. Смотрите, как она медленно летает. Она просто ходит. О, смотрите, я умею левитировать, говорит. Я ему кровать снес. Читеры говорят. Боже, смотрите, все в игре возмущаются. Просто что в этой игре происходит? Внимание, друзья, досмотрите ролик этот до конца, потому что чем дальше, тем будет интереснее. Я вам гарантирую. Тут, наверное, будет реально какая-то жесть. Просто потому что, смотри, тут админ. А, он, походу, погиб. Смотрите, его в табе уже нету. Хотя он админ, он мог, в принципе, в невидимку зайти. Да, скорее всего, он просто в невидимке, потому что, ну как, админа могли убить нам. Так, тихо-тихо. Что она делает? Давайте просто последим за ней. Она просто реально левитирует, бегает по воздуху и смотрит вниз. Она, как бы, я не знаю, избавляется от страха высоты, наверное. Я не знаю, что она делает. Но это очень угарно смотрится. Она вместо того, чтобы идти ломать кровати, она просто летает. Смотрите, она бьет воздух, понимаете? Вот почему я решил провести этот эксперимент. Смотрите, берет просто. А, нет, меня скинули. Кто посмел меня взять и скинуть? Нет, это бан. Все, мы выдвигаемся, ибо меня сейчас идут, кажется, ломать. Там какие-то два чувака, а я, кстати говоря, кроватью застроил всего лишь обычной шерстью. Одни там всякие застраивают свои кровати барьерами. Моя сестра вообще в креативе, а я тем временем просто застраиваю кровать шерстью. Я тут, наверное, самый мирный игрок среди всех. Ладно, давайте застроим немножко хотя бы кровать нашу досками, ибо я не хочу, чтобы эта игра завершилась раньше времени. Я хочу, чтобы мы хотя бы немножко последили, потроллили за моей сестрой. Итак, мне интересно, все-таки этот админ, он живой или нет? Админ про, у него какой-то там ник был. Но, не, в табе я не могу найти его никнейм. Я не знаю, вроде как в чате не написано, что его убили или сломали. Поэтому я все-таки ставлю на то, что он просто в невидимке. Ага, моя сестра просто смотрит на зеленого типа. Давайте ей поможем немножко. Помогаем ей. Стой, а что, бить его не могу? Не понял. Я бить его не могу или могу? Стоп, он не бьется. Что происходит? У сестра Думки говорят, смотрите, у меня сестра просто обрела популярность уже на сервере, потому что ее узнают. И самое главное, что она не идет ломать мою кровать, она просто бегает и летает, смотрит. Боже мой, я не могу, честно говоря, понять, что она делает. Я не могу копаться в ее голове. У меня сестра довольно-таки своеобразная, и она ей всякое может в голову вздуматься. Поэтому я не знаю, для чего она это делает. А я тем временем пойду реально просто застроюсь, достроюсь, точнее, до центра, чтобы за ней последить. А, значит, моего тиммейта, кажется, будет фигарить. Чувак, ты не с тем человеком связался. Да, моя сестра опасный человек. И теперь, кажется, понятно, почему я бить его не мог. Потому что, кажется, это мой тиммейт. Она просто взяла и убила его в креативе. Честно? А-а-а! Я чуть только что не свалился вниз, боже мой. Не бей он. Ай, меня бьет. Тихо, 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 меня не бей, пожалуйста. Так, текаем от моей сестры. Боже мой, что делать, что делать? Я к такому не готовился. Я не
не для этого тебе креатив давал, чтобы ты меня же убивала им. Боже мой, при этом я стараюсь разговаривать максимально тихо, но как получится, знаете? Нет, 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 уйди, уйди, я бридшифтингом могу строиться. Какой бридшифтинг, что я сказал? Я просто от волнения начал нести бред, потому что я выдал ей креатив, она его стала использовать против меня. Но это кажется немножко нечестно. Боженьки, ладно. Друзья, напишите в комментариях, что бы вы сделали, если бы вы получили креатив на Бадварсе. Моя сестра вот взяла просто и начала летать, потом кого-то убивать. Она... О, боже мой, ко мне летит, не иди ко мне, пожалуйста. Не иди ко мне, брысь, 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 давай. Фу-фу-фу, бяка. Фу, бяка, не подходи ко мне. Боже мой, все, текаем от нее. Давайте постараемся ее выманить подальше от нашей базы, потому что я не хочу, чтобы она мне кроватку сломала. Это нечестно. Смотрите, что в чате говорят. Господи, спаси, сохрани. Серый, по одной в кожанке сливаешься. А, о, админ написал в чате. Здравствуйте, почему вы летаете? Вы используете читы. О, май гарда был. Вот это я влип. Вот это я влип. Уж сейчас из-за меня моя сестра, не дай бог, еще какой-нибудь бан получит. И вот это вообще будет некрасиво. Че он говорит, ахахахаха, кликер, говорят. Это ГМ. Божечки, у нее читы банью. Стой, 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 стой. Ай, боже, я не могу ничего в чате написать, потому что я спорю, что я ее брат. Ай, жесть, жесть. Мою сестру сейчас хотят забанить. Короче говоря, на подварсе. Тихо, тихо, тихо. Вообще все не по плану идет. Пожалуйста, не баньте его. Может быть, мне ему в личку написать, что типа я ролик записываю, чтобы он ее не забанил. Ибо ситуация вся выходит из-под контроля. Он летает прямо за нее. Стой, 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 пожалуйста. Сестричка, обернись, пожалуйста. Там сзади тебя админ. Не убивай меня. Боже мой, я сейчас создал такую проблему, реально. Я просто сейчас создаю проблемы. Так, давайте напишем. Админ про, не бань ее, пожалуйста. С восклицательным знаком в начале. Потому что если сейчас он ее забанит, то как я потом ее разбаню? Хотя я никогда не пробовал. Я не знаю, даже могу ли я вообще разбанивать игроков или нет. Если он сейчас ее... Нет, он, Гарусик, говорит, забань ее. Прикол в том, что если он ее забанит, я даже реально не знаю, смогу ли я вообще ее потом разбанить. Так, ладно, я беру, закупаюсь, я продолжаю играть в свой Бадварсик, но при этом тут все немножко идет не по плану. А, спектакль 100 уровня, говорят. Да, спектакль, конечно, классный, только этот спектакль немножко вышел из-под контроля, ибо я планировал разыграть сестру, а в итоге, наверное, получу я по голове, если ее забанят. Так, что говорят? Господи, сохрани меня от Вероники. Боже мой, так тикаем, просто тикаем подальше от Вероники, потому что она слишком опасная. Мой тиммейт уже убегает, но вряд ли его это спасет, потому что она его просто скинула вниз. Боже, это безумно смешно, но я просто пытаюсь максимально сдерживать свои эмоции. Я буду каждый день молиться в церкви, Русик говорит. Я не могу, просто что происходит? Так, хорошо, где этот админ? Так, он стоит там, и что, на ФК-шит просто? Ну, прикольный админ, мне нравится. У него причем скин Джокера, а взял и исчез куда-то. Куда он испарился? Хотя Таби он остался еще. Куда он исчез? Очень странный админ, реально. А, он к ней телепортировался. Боже мой, стой, перестань, перестань, пожалуйста, не делай этого, боже. Я не знаю, что мне сейчас делать, но... Так, давайте напишем ему в личку, в МСГ, не бань ее, это ролик, я не знаю. У тебя выключены личные сообщения, я не могу даже личку ему написать. Так, МСГТ, давайте напишем ему, не бань ее, плиз, я написал. Я не могу ему даже сообщение написать, почему я не могу ему сообщение написать? Ай, что такое, ладно, хорошо, давайте продолжим просто закупаться. Давайте просто продолжим играть, как будто ни в чем не бывало. Возьмем, не знаю, купим себе. Не понял, она мне кровать сломала. Так, не подходи ко мне, брысь отсюда, не подходи ко мне. Так, отстань от меня, пожалуйста, я спрятался здесь, я надеюсь, что она меня не найдет. О, боже мой, тихо, тихо, тихо. Все, я спрятался, надеюсь, она меня не видит, потому что она же никого не видит, правильно? Баньте Вернику по железу, говорят. Русик, 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 замолчи, пожалуйста. Что этот Русик тут забыл, реально? Вот попали, честно, с каким-то левым Русиком, который берет, просто все портит. Сейчас из-за него реально моя сестра какой-нибудь бан получит. Вот это вообще будет не по кайфу. Оба, Чирик, смотрите, админ пишет в чате, вы играете с читами? Не-не-не, говорят, да, она с читами. Тихо, замолчи, не игнорируйте меня. Ёкаламэне, что тут происходит, друзья? Так, я напишу, нет, без читов. Меня не баньте, главное, ладно? Но ее лучше тоже не баньте. Боже, он встретился с ней один на один. Почему? Почему именно в этой игре, когда я решил ей дать креатив, ее встретил администратор? Как я сейчас ему объясню ситуацию? У вас 3 минуты, чтобы ответить мне. Ё-моё, она вообще чат чекает? Я не знаю, мне кажется, она вообще чат обычно не смотрит, потому что никогда не видел, чтобы когда я ее троллил, чтобы она мне еще в чате отвечала. С ним общаются, я не знаю, пытаются заставить, чтобы он ее забанил. Так, пожалуйста, не баньте мою сестру, давайте разойдемся на милой ноте. Давайте, может быть, ей снимем креатив, и типа она такая продолжит, как обычный игрок. Хотя тогда она просто упадет в бездну, потому что у нее нету кровати. Боже мой, все крайне-крайне фигово получается. А что случилось? О, она ему даже ответила. Она ему ответила. Что случилось, говорит? Все, ладно. Она такая, знаете, то чувство, когда ты летаешь, короче, ты такая. О, что случилось? Читер, говорят, летает. Что случилось? Опять пишет, смотри. Вы играете с читами. Боже мой, если это спектакль, то это лучший спектакль, на котором я когда-либо находился. Давайте, короче, мы с вами пойдем залутаемся, попытаемся кого-нибудь сломать, в конце концов. Все-таки мы зашли поиграть в Бадварс. Если я буду сидеть и просто следить за их общением между собой, думаю, это будет не сильно интересно. Поэтому я беру сейчас просто прокачиваю себе все, что просто
что могу, и иду их всех мочкарить. Что они там говорят? Баньте Веронику, вы играете с читами. Нет, она говорит. Боже. Тогда как вы летаете, он ей говорит. Все, это тоталити. Это тоталити, мне кажется, скоро она будет забанена. Так, пошел со своим фаерболом подальше отсюда. Ага, кровати у него уже нету, поэтому нам нужно его просто убить. Давайте мочкарим его. Русик, Русик, это ты. Ага, это он, смотрите-ка. Это он хотел, чтобы забанили мою сестру. Поэтому прямо сейчас мы просто ему отомстим. Давай, Русик, пошел отсюда. Хотел, чтобы сестру... Ай, забанили. Нет, меня голем убил. Меня просто убил голем. Все, это жесть просто какая-то. Так, где моя сестра? Она вообще на сервере? Так, хорошо, она пока на сервере. Это уже радует. Они просто один на один беседуют. Боже мой, что за трэш? Что за трэш? Я сейчас вас забаню, лучше признайтесь, говорит. Боже мой, какие читы? Этот админ тоже какой-то странный. Типа, это вообще майнкрафтовский лаунчер, на котором... Я вообще не знаю, можно ли на лаунчере скачивать читы. Я ни разу в своей жизни не встречал на Кристалликсе читеров. Я не знаю, как я летаю, я не знаю с читами. А, я не играю с читами, боже мой. Она же заволновалась, бедняга, она перенервничала, смотри. Боже, тут Русик, Русик, я бы тебя сейчас сам забанил, честное слово. Смотрите, что он отправляет. Хорошо, что он отправляет в наблюдатели, и админ этого не видит. Я бы сейчас его сам забанил за то, что он провоцирует мою сестру на бан. Поверьте мне, говорит. Боже мой. Этот Русик продолжает, да админ, баньте ее. Чувак, боже мой, уйди отсюда. Кикнуть его можно, пожалуйста. Кикнуть Русика. Кикнуть Русика. Я кикнул его. О, наверное, я его кикнул. Отлично. Все, Русик, пока, потому что этот Русик просто все испортил нам. У вас минута, чтобы объяснить мне, как вы летаете. Я читак, хэ, админ, лети ко мне. Че происходит? Что за игра с читами? Боже мой. О, камень какой-то. Здравствуйте. Смотрите, она просто начинает возмущаться. Я не играю с читами, еще и с восклицательным знаком в конце. Она говорит, я никогда не вру. Люди отвечают, читов нет, но вы держитесь. А я откуда могу знать, что вы не врете? Это самая крутая битва титанов. Один на один. Просто админ против моей сестры. Я вас баню и точка. Че, он реально сейчас ее забанит? Тихо-тихо, давайте напишем ему в личку. Стоп, не в личку, куда-нибудь. Тихо, надо предотвратить эту ситуацию. Так, а админ, не бань ее, мы ролик снимаем. Пожалуйста, предотвратить эту ситуацию нужно. Я наблюдатель, хоть же не видит мои сообщения. Тихо-тихо-тихо, быстрее-быстрее, пока он ее не забанил. МСГ, админ, у тебя выключены личные сообщения. Боже мой, что за приколы такие? Личные сообщения включены. Все, я написал ему в личку. Админ, не бань ее, мы ролик снимаем. Че? Че за прикол? Он ее реально забанил. Короче, смотрите, он реально ее, походу, забанил, потому что она взяла и вышла из сервера просто. Ей парень все не пишет. Эф, это тот же самый Русик. Так в смысле, я же его уже кикнул. Давайте напишем ему в личку. Ты что, ее забанил? Просто уточним у него. И он сам пропал куда-то. Что произошло в этой игре? Мы потеряли только что аккаунт моей сестры, мы потеряли только что админа. В итоге всех забанили, в итоге троллинг графа как-то пошел немножко не в то русло. Короче, все, друзья, этот админ мне больше не отвечает. Что с ней стало, я не знаю. Я пойду узнавать сейчас после этого ролика. А ты, если хочешь узнать, что с ней случилось, и в принципе хочешь продолжение, то ставь этому ролику лайк и напишите что-нибудь приятное в комментариях. Не забудь подписаться на мой канал, ибо каждый день на моем канале выходят ролики, а также на моем втором канале тоже выходят ролики, на которые ссылка есть в описании. Всем, друзья, пока!